Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева, я и мои коллеги расскажем главные новости этого дня. Итак, коротко о некоторых из них. Усильте работу или уходите из бизнеса. Глава Самары Елена Лапушкина раскритиковала работу управляющих компаний. Музыкальный сюрприз в день рождения мамы. Самарский боец, находящийся в зоне СВО, пришел в отпуск и сделал неожиданный подарок. Ручной пожарный насос и другие раритетные средства тушения огня. В Самарском музее пожарно-спасательного дела провели экскурсию для студентов из Китая. Губернатор Дмитрий Азаров предложил учредить награду в честь Григория Аксакова, почетного гражданина Самары, седьмого губернатора Самарской губернии. Благодаря его деятельности на этом посту в Самаре появилась железная дорога, телеграф, земская больница, ныне больница имени Пирогова, окружной суд. Кроме того, построен соборный храм во имя Христа Спасителя, открытый общественный сад и Александровский приют. С инициативой по учреждению региональной награды Дмитрий Азаров выступил на совещании, посвященном вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова и его семьи. В обсуждении приняли участие члены Аксаковского комитета, историки, краеведы, представители региональных и городских властей, а также духовенства. Напомню, что в 2022 году были учреждены новые награды Самарской области. Тогда были введены почетные знаки Нестора Постникова, Николая Семенова и Дмитрия Устинова. Губернатор подчеркнул, что Григорий Аксаков также относится к выдающимся людям, является примером для сегодняшних поколений государственных и муниципальных служащих и предложил почетный знак Григория Аксакова сделать наградой Самарской области. Все внимание городских служб благоустройства на очистку Самары от снега. В администрации прошло еженедельное рабочее совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной. Вопросы уборки улиц и дворов, вывоза снега и обработки противогололедными материалами стали главными на повестке дня. Пригласили подключиться по видеосвязи и руководителей тех управляющих компаний, на которых пришло больше всего жалоб от жителей. Подробности в нашем сюжете. Глава Самары Елена Лапушкина начала рабочий день с объезда Куйбышевского района. Она проверила, как профильные службы содержат улицы и дворы. Свои замечания мэр озвучила на оперативном совещании. Также здесь обсудили, как расчищают от снега другие территории, как отрабатывают обращения жителей. Как проверял департамент МБУ, дороги второй и третьей категории практически прочищены. Естественно, не от борта до борта, но борт полностью прижат. Проблемы традиционные после снегопадов – это тротуары и не до конца очищенные посадочные площадки, ну, в частности, в промышленном районе. При проверках отмечается некоторая неравномерность работы. Полностью очищать проезжую часть от снега зачастую мешают автомобили, которые стоят под запрещающими знаками. С прошлой недели такие машины эвакуируют. Только минувшей ночью с улиц Гая, Ярошевского, Нововокзальной и других, где шла расчистка, переместили на специализированной стоянке 19 автомобилей-нарушителей. Больше всего обращений жителей остается по очистке внутридворовых проездов и тротуаров. В связи с этим в совещании участвовали и представители управляющих компаний. Замечания к их работе есть не только у жителей, но и у главы Самары. Как отметили сами виновники плохой уборки придомовых территорий, причина – недостаток ресурсов. Ежедневно у нас выходит по 5 единиц техники и 64 дворника. А сколько у вас домов обслуживания? 275 домов обслуживания. Ну, то есть на одного дворника 3 с лишним дома, да, и 5 единиц техники на 2 с лишним домов. Вы считаете этого достаточно, и ситуация поправлена? Сергей Иванович, так не пойдет. Слишком большой это у вас фонд для обслуживания. Елена Лапушкина поручила административным комиссиям тщательнее проверять территории районов города, выявлять и предоставлять конкретные примеры бездействия и недоработки управляющих компаний, чтобы впоследствии накладывать более серьезные санкции. Информацию о нерадивых и положительно отличившихся управляющих организациях предлагают начать публиковать. Хочу обратиться ко всем управляющим компаниям, которые сегодня присутствуют, которые в принципе работают на территории города, и сказать, что у них есть своя степень ответственности за ту работу, которую они делают. Им люди платят деньги. Это ваш бизнес, уважаемые управляющие компании. Извольте работать честно и правильно. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни после потепления пойдет резкое похолодание. В связи с этим Елена Лапушкина поручила профильным службам иметь в запасе противогололедные материалы и быть готовыми к изменениям погоды. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.
В Госдуму внесли законопроект, который позволит заключать браки с участниками спецопераций после их смерти. Документ направлен на защиту интересов семьи военнослужащих. Текст проекта уже опубликован на сайте. 4 декабря во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин поручил поддержать неофициальные семьи. Законопроект вносит в Гражданский кодекс изменения, которые позволяют признать официальным так называемый гражданский брак в том случае, если кто-то в паре погиб или был признан пропавшим в зоне СВО. Это позволит семье получить все льготы, которые в этом случае полагаются официальным супругам и детям. Устанавливать факт брачных отношений в случае смерти одного из участников будет суд. Музыкальный сюрприз в день рождения мамы. Самарский боец, находящийся в зоне СВО, сделал неожиданный подарок матери. В этом ему помогли районные власти и близкие. Подробности в нашем сюжете. Романтичный подарок устроил самарский боец, находящийся в зоне СВО, своей маме. Он был мобилизован больше года назад, а накануне ее дня рождения пригласил на праздник аниматоров, после чего сам выступил в костюме медведя. Именинница рассказывает, сын Вячеслав всегда был романтиком. Когда служил в армии в Чебаркуле, тоже нашел возможность спустя всего лишь 3 месяца после призыва приехать в день ее рождения с цветами, о чем мама вспоминала долгие годы. Моя мама много-много раз вспоминала этот момент, то есть ей тогда очень сильно понравилось. И сейчас, когда появилась такая возможность, я ее, естественно, не стал упускать, ну и маленько добавил красок. Хотелось сделать приятно маме. Песенка «Мамонтенка» действительно мне нравится с детства. Я всегда очень сентиментально к ней относился. И в этот раз решил включить именно ее. Под Чебурашкой, да, сначала было такое, думаю, он даже как-то заглядывал, думаю, может быть, все он. Потом уже услышала голос зятя, то есть и поняла даже, как танцует, и поняла, что это зять. Когда «Медвежонок» вышел, единственное, что привлекло мое внимание, это сложение груди. Мне показалось, грудь так похожа на моего сына. Вот, ну уже, если честно, даже вот не думала, что даже не гадала. Ну, рассказали нет, значит нет. По словам районных властей, они всегда находятся в тесной связи с военнослужащими. И идею Вячеслава сразу поддержали. По поручению губернатора Самарской области, по поручению президента, мы поддерживаем семьи военнослужащих и стараемся помогать им и откликаться на их просьбы и оказывать любую посильную помощь. Нам военнослужащий рассказал о сюрпризе, который он хотел бы подготовить для своей мамы. Нас это очень тронуло, и мы поддержали его в организации такого замечательного праздника. Татьяна рассказывает, за время проведения специальной военной операции вместе с коллегами близко познакомилась с каждой семьей бойцов, которые проживают в Октябрьском районе. За каждой семьей закреплен куратор от администрации. От имени главы Октябрьского района Сергея Радько поздравляют семьи военнослужащих с праздниками. Оказывают всевозможную помощь и поддержку, в том числе навещают молодых мам в роддоме, а родителей в больнице. Помогают оформить документы и делают все для того, чтобы бойцы не переживали о том, что происходит дома, и всегда чувствовали поддержку. Виктория Шара и Константин Головин. События. Самарских школьников научат управлять беспилотниками, производство которых в регионе уже началось. В 17 школах и одном техникуме Самарской области сформировали специальные классы для профподготовки специалистов по беспилотникам. Об этом рассказал заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин. По его словам, губерния богата на изобретательские идеи, а рационализаторские возможности являются драйвером для развития экономики. Самарская область славится своими достижениями в космической отрасли, в отрасли отечественной автомобилестроения, в медицинских инновациях. А теперь коротко о других событиях этого дня. Прямое железнодорожное сообщение между Самарой и столицей Татарстана планируют возобновить. Об этом заявил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Маршрут поезда будет проходить через Сызрань и Ульяновск. По плану состав будет ходить по выходным дням. Из Самары он будет отправляться вечером в пятницу, а к утру субботы прибывать в Казань. Обратно в Самару можно будет уехать в воскресенье. Ранее между городами уже ходил прямой поезд, но он был отменен во время пандемии коронавируса.
Самарский губернатор пересел на «Лада Аура». Своими впечатлениями от нового ВАЗовского автомобиля Дмитрий Азаров поделился на своей странице во ВКонтакте. По его словам, машина отличная. Модель прошла сертификацию, а серийное производство этого седана бизнес-класса «АвтоВАЗ» планирует запустить летом этого года. Модель сделана на базе «Лада Веста», но получилась более просторной. У «Ауры» коробка-автомат и двигатель мощностью в 122 лошадиных силы. Помимо служебной «Лада Аура», у губернатора Самарской области есть собственная «Лада Веста Спорт». Дмитрий Азаров стал первым покупателем автомобиля в день официального старта продаж модели. За рулем этого автомобиля глава региона ездит не только по Самарской области, но и далеко за ее пределами. В дилерских центрах полагают, что стоимость новых иномарок в этом году может вырасти в среднем на 20-40%. На сегодняшний день «Хавал Джолион» стоит 1 800 000 рублей, «Чанган CS35+» от 2 200 000, а «Джили Кулрей» 2 300 000. В воскресенье губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями, а позже дал старт году семьи в Самарской области, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным. Губернатор рассказал, что поддержка многодетных семей растет. Если в 2018 году на эти цели на региональном уровне выделялось порядка 6,5 миллиардов рублей, то в этом году будет выделено уже 50 миллиардов. За эти годы меры поддержки выросли почти 8 раз. Многие вопросы будут доработаны, в том числе в сфере предоставления земельных участков. Сейчас прорабатывается возможность их замены на сертификаты. Поволжский книжный фестиваль пройдет в Самаре с 8 по 11 февраля. На мероприятие приедут представители книжных издательств и магазинов, библиотек, музеев, школ и вузов, дошкольных и внешкольных образовательных учреждений, а также писатели и читатели. Ведущие издательства представят на выставке учебную и методическую литературу для работников средних и высших учебных заведений, детскую, художественную и литературу нон-фикшн. Участники смогут посетить творческие встречи и автограф-сессии с российскими писателями и поэтами. Молодые поэты, которым от 16 до 30 лет, встретятся в финале областного турнира. Его организует Самарская областная организация молодых литераторов «Литературные таланты России». В Самарском музее пожарно-спасательного дела провели экскурсию для студентов Северо-Западного политехнического университета Китая. Напомню, они приехали на 2 недели для обучения в Международной зимней школе производства испытаний авиационных двигателей, которую организует Самарский университет имени Королева. В перерывах между лекциями иностранные студенты ознакомились с историей космической столицы. Подробности в нашем сюжете. Это первая каменная пожарная часть в Самаре, построенная еще в 19 веке на Полицейской, а ныне Хлебной площади по проекту архитектора Александра Щербачева. В здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, сегодня размещается музейно-выставочный центр. Впервые посетителями этого музея стали иностранные студенты, участники Международной зимней школы Самарского университета имени Королева. За время учебы они узнали не только о развитии ракетно-космической отрасли в России, но и об истории пожарного дела в городе на Волге. Студентам рассказали много интересных фактов. Например, что пышные усы у пожарных 19 века – это не дань моде, а жизненная необходимость – самодельный респиратор. Обратите внимание на его пышные усы. Пожарные усы мочили, заворачивали в ноздри и шли в огонь. В музейно-выставочном центре отражены все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом. Задействованы основные помещения трехэтажного здания с применением интерактивных элементов и мультимедийных технологий. Посетителям показали фильмы о самых страшных пожарах позапрошлого века, в которых Самара выгорала почти полностью. Огонь уже приближался к литейной конторе. В это время поднялась ужасная буря, которая в одно мгновение охватила своим пожирающим пламенем все. Народ с ведрами, баграми, лопатами спешит к месту пожара. На третьем этаже музея разместились раритетные средства тушения огня. Например, восстановленная пожарная труба на четырехколесном ходу 1904 года. По-другому – ручной пожарный насос. Было 2 створника, они держали ствол, а остальные рукавники поправляли рукава, чтобы не было перегибов, накладывали шины, потому что рукава тогда были из кожи. Еще один атрибут пожарной части 19 века – каланча. Это был не только наблюдательный пост, откуда дежурный следил за окрестностями, но и пункт оповещения. В случае пожара днем на каланче вывешивали определенный набор флагов, шаров и табличек, ночью зажигали фонари разных цветов.
В музее представлено пожарное вооружение, средства индивидуальной защиты, экипировка и оборудование пожаротушения. Посетителям дают примерить костюм пожарного. Китайские студенты поделились с нами своими впечатлениями от экскурсии и поездки в Самару в целом. Я думаю, это очень значимое и памятное место. Мне понравилась экспозиция. Тушение пожаров – нужное дело. Но я рекомендую всем относиться внимательно к своим поступкам, чтобы не допускать больших возгораний, потому что это очень страшно. Борьба с огнем важна для людей всего мира, неважно, где вы живете – в России или в Китае. Я тоже думаю, что очень важно заниматься профилактикой пожарной безопасности. А еще мне очень понравился Самарский университет. Там так много двигателей, и понравился самарский шоколад. Экскурсия проходила на русском языке с переводом на английский, поскольку студенты зимней школы выучили пока только несколько слов и выражений. Добрый утро, добрый день, добрый вечер, спасибо, не за что. Напомню, что 18 студентов и один преподаватель из Северо-Западного политехнического университета Китая приехали в Самару, чтобы постигать тонкости проектирования и эксплуатации авиационной техники и двигателей летательных аппаратов. В промежутках между занятиями Самарский университет организовал для студентов из Поднебесной насыщенную культурную программу. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. Специально для... Самара-Вис! История золотых рыбок, цыганский табор, невероятный парад стран. А в Самаре с аншлагом прошла громкая премьера нового шоу «Пять континентов» заслуженного артиста России Гии Радзе и компании «Росгосцирк». Зрители увидели не только выступления акробатов, гимнастов и клоунов, но и множество различных животных – медведей, лошадей, тигров, лигров, пантер, леопардов, верблюдов, питонов и даже канадских бизонов. Ксения Баканова расскажет подробности. Более 100 титулованных артистов, масштабные декорации, роскошные костюмы, авторская музыка и невероятные спецэффекты. Заслуженный артист России Гия Эрадзе и компания «Росгосцирк» представили новое грандиозное шоу «Пять континентов». Каждый здесь профессионал своего дела. Сегодня мы действительно выдались на все 100. Вы все прекрасно видели реакцию зрителя в конце шоу. Спасибо самарскому зрителю. На манеже разворачивается настоящее волшебство. Акробаты, воздушные гимнасты, искрометные клоуны и, конечно, дрессированные животные. Бурые медведи зажигательно танцевали цыганочку. Пантеры летали под куполом цирка. А тигры показали всю красоту и мощь своего голоса. Настоящей изюминкой шоу стал аттракцион с 5 канадскими бизонами. Больше вы нигде не увидите, кроме как в самарском цирке. И когда бизоны убегали, и зритель, вот этот восторженный, вау, вот это наша награда, когда зритель получает то, зачем он приходит. Спешите увидеть мир 5 континентов в Самарском государственном цирке. Билеты в продаже на официальном сайте и в кассе цирка. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре прошел кубок главы Самарского района по акробатическому рок-н-роллу. В соревнованиях принимали участие воспитанники разных спортивных школ и секций, не только из Самары, но и из Новокуйбышевска. Всего около 100 человек. Какими талантами нужно обладать, чтобы получить заветный кубок, расскажем в ближайшие минуты. Насте Грязновой 7 лет, 5 из которых она занимается акробатическим рок-н-роллом. На тренировки ходит 3 раза в неделю, активно участвует в соревнованиях. Уже есть несколько золотых медалей, по 4 серебряных и бронзовых. Когда я первый раз пошла на рок-н-ролл, моя мама просто тренер, она попросила меня посмотреть, может быть, у тебя талант. И я поняла, что я останусь на очень долгое время тут. Я это место очень полюбила и осталась. Вероника Тюрина в спорт тоже пришла по стопам родственницы. Говорит, теперь хочет связать с рок-н-роллом жизнь. У меня тетя занималась этим спортом, и я смотрела, мне очень понравилось, я решила тоже попробовать, и мне понравилось. Мы приходили, она показывала, и на тренировки я к ней иногда приходила. В Самаре прошел кубок главы Самарского района по акробатическому рок-н-роллу. Именно в этом районе находится детская спортивная школа, в которой можно бесплатно заниматься этим видом спорта. Но в соревнованиях принимали участие воспитанники разных школ и секций, не только из Самары, но и из Новокуйбышевска. Это праздник спорта и красоты. Уже практически 10 лет на территории Самарского района проводятся эти соревнования. С 2019 года мы их преобразовали в открытый кубок главы Самарского района. И когда не только детки с Самарского района могут принимать участие, а и из других районов города, из других городов. У нас даже приезжали участники из других регионов России. Конечно же, в первую очередь, это пропаганда здорового образа жизни, здорового спорта и
как повторюсь, праздник красоты. По словам тренеров, акробатический рок-н-ролл универсален. Наш спорт вот представлен во всем многообразии. Он вот настолько сейчас развивается очень хорошо. И маленькие дети, пришедшие вновь, они могут сольно показываться. Парно мальчик с девочкой, дуэтно девочка с девочкой, команды. Наш вид спорта исполняется под музыку. Конечно, отдается предпочтение детям, слышащим музыку. Первые основные штрафы при выступлении на соревнованиях – это по музыке. Остальное – гибкость, ловкость, выносливость. Детей в акробатический рок-н-ролл принимают с 3 лет, но заняться этим видом спорта можно в любом возрасте, если не рассчитывать на профессиональную карьеру. Виктория Шара и Петр Паламеев. События. Лед надежды нашей. В Самаре состоялись массовые соревнования по конькобежному спорту. На старт вышли участники в разных возрастных категориях, в том числе 4-летние дети. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. На старт. Внимание. Рука об руку вместе с мамой навстречу с победой. 8-летняя Катя Колесниченко на соревнование «Лед надежды нашей» пришла вместе с мамой. Рассказывают, обе любят роллерный спорт. А вот участие в соревновании по бегу на коньках принимают впервые. Мы с дочкой любим всякие виды спорта, активности. Мы еще катаемся на роликах. Один из судей – наш бывший тренер по роликам. Он нас пригласил. Ну и мы приехали поучаствовать. Мне нравится кататься больше на роликах, потому что соревнования на роликах, мне кажется, проще. Я не выигрывала, я получала грамоту за участие. Саша и Паша Страйковы уже выиграли на таком же состязании в Новокуйбышевске неделю назад. Заняли 1-е и 2-е место среди юношей в возрасте 9-11 лет. В Самару они приехали, чтобы снова повторить успех. Мальчикам 10 лет. В 4 года они начали профессионально заниматься хоккеем. Занимаюсь хоккеем, а в хоккеем привел папа. Я нападающий. Я левый нападающий. Мы как бы сам занимался спортом, детей привел в спорт очень рано. Ледовый дворец 300 метров от дома. Было бы глупо не привести детей в ледовый дворец. В Самаре на площади Куйбышева прошло всероссийское физкультурное массовое соревнование «Лед надежды наш». Это одно из старейших состязаний по конькобежному спорту, но в последние годы оно не проводилось. В этом году конькобежный спорт снова вернулся в региональную столицу. Участники бежали дистанцию в 30 метров. На лед выходили спортсмены всех возрастов, начиная с 4 лет. В нашем городе впервые за многие годы проводится соревнование по конькобежному спорту. Самара славилась своими конькобежными традициями. У нас были и участники Олимпийских игр, и прославленные конькобежцы, чемпионы мира. В Самаре долгое время не было не только состязаний, но и Федерации конькобежного спорта, которая закрылась в 2016 году. В июне 2023 года она снова начала свою работу. Я руковожу Федерации роллер-спорта, и у меня очень успешно сборная выступает по роллер-спорту. Нам негде зимой тренироваться. Но вот поэтому мы решили встать на коньки, а раз уж встаем, то давайте делать это официально, на официальных соревнованиях. Я думаю, что наша федерация конькобежного спорта Самарской области наберет крутые обороты и будет идти вперед. С момента возобновления работы Федерации конькобежного спорта был сформирован судейский состав, а совсем скоро спортсменам присвоят разряды и появится сборная. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» рассказывает, как получить налоговый вычет за спорт. Если в этом или в прошлом году вы покупали фитнес-абонемент, записывались в бассейн или другую спортивную организацию, водили ребенка в платные секции, можете оформить налоговый вычет за эти занятия. Для этого вы должны официально работать и платить налоги. И важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта. Как получить налоговый вычет за спорт, читайте в карточках. Администрация железнодорожного района в телеграм-канале сообщает о том, что в Самарской области официально стартовал год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. В Театре оперы и балета прошел гала-концерт губернского фестиваля народного творчества «Рожденные в сердце России». Зрителями стали более 1000 жителей и гостей региона. В их числе и многодетные семьи, родные и близкие участников СВО. Гости из города-побратима Самары Снежное. В советском районе Самары продолжаются работы по расчистке территории от снега, сообщает телеграм-канал администрации Советского района. И размещает подтверждающие фото. Ведется механизированная и ручная расчистка.
Химчистка по адресам: Антонова Овсеенко, дом 93, второй безымянный проезд, дом 5, улица Запорожская, дом 19, улица Победы, дом 90, улица Авроры, дом 201. На сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи!